Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные классные анекдоты про тещу. Надеюсь, тебе, именно тебе понравится. Всем отличного просмотра! Сидят тещи с зятем обедают. Зять ест супчик, а теща борщ украинский со сметанкой, с пряностями. В какой-то момент теща давится куском мяса и говорит: «Зятек, похлопай мне!» Он: «Браво, мама! Браво!» Теща зятю: «Господи, чем у вас сковородки чем-то черным испачканы? Целый день оттирала!» А он: «Мама, это покрытие такое, называется тефлон!» Отец с сыном загорает на пляже, а теща купается. В какой-то момент мальчик кричит: «Пап, пап, бабушка рукой машет!» Отец говорит: «Сынок, ну что же ты сидишь? Помаши ей тоже рукой!» Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!